Вахшские милиционеры избили и изнасиловали местную жительницу. Боец ММА из Узбекистана умер после поединка в Чечне. Узбекистан. Уголовная ответственность за никах без ЗАГСа. В течение полутора суток сотрудники отдела внутренних дел Вашского района жестоко издевались и подвергали пыткам 24-летнюю жительницу района, принуждая ее взять на себя вину за кражу. После долгих часов издевательства молодой женщине вкололи инъекцию, которая ее парализовала, после чего ее изнасиловали. Об этом сообщает организация «Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане». Генпрокуратура жалобу потерпевшей приняла, но дело не возбудила, сообщает Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане. Перед праздником Иди Курбон домой к потерпевшей пришли сотрудники районного отдела милиции и задержали ее старшего брата Дильшода по подозрению в краже. Как выяснилось, кража была совершена в доме их родной тети, сестры отца. Через какое-то время, приблизительно в полдень, сотрудники милиции приехали за самой потерпевшей, и ее забрали вместе с детьми и младшей сестрой, ученицей 10 класса. По словам девушки, в ходе допроса следователь издевался и угрожал ей. Следователь стал сначала повышать на нее голос, потом уже начал оскорблять ее, требуя, чтобы она призналась в преступлении. Но даже после этого молодая женщина не стала брать на себя вину за чужое преступление. Тогда следователь подошел к ней и велел снять серьги. Когда она сняла их, он со всей силой ударил ее по лицу, а потом схватил ее за волосы и ударил головой об стену. Следователь бил девушку и называл ее «Хароми», незаконно рожденная. Сказал, что если я не признаюсь, то он надо мной надругается, рассказывает она. Седьмого октября боец смешанных единоборств ММА из Узбекистана Бекзот Нурматов умер после поединка с чеченским бойцом Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Ahmad 100, который прошел 4 октября в Грозном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на семью Нурматова. Бекзот скончался в ночь на понедельник. Был инсульт, он впал в кому после боя, сообщили журналистам близкие спортсмена. Бекзот будет похоронен в Узбекистане. Мусульманские ученые считают, что такие виды спорта, как ММА, являются запрещенными для мусульман, поскольку нанесение ударов по лицу и вообще любого вреда себе или кому-либо является запретным в исламе. И это уже не говоря о том, что спортсмены выходят на ринг для потехи публики в неподобающей одежде. Данное событие прокомментировал узбекский блогер Махмуд Абдульмумин. Что касается боев на ринге, люди приходят на это представление и платят деньги за это шоу, в котором дерутся двое соперников. Кто-то наживается на этом. Все это является издевательством над человеком и делается ради забавы. Существуют люди, которые устраивают бои между животными и зарабатывают на этом. И происходящие в наше время бои на ринге являются аналогом этого. В капиталистическом обществе это является нормальным. Теперь изучим вопрос с точки зрения ислама. Есть шариатские тексты, которые открыто и категорично запрещают бить по лицу не только людей, но даже животных. Передается слово Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда бьете, то не наносите удары по морде животного. Аллах, субханаху ва тааля, запрещает бить по лицу даже животных, не говоря уже о человеке. Аллах инсанды кайтарган ва уни кастан билиб урушлиги харом. Энди иккинчи масала бор. Иккинчи масала охирги маҳалда жуда ҳам кўпчиликда орасида. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда мусульманин участвует в подобных боях и побеждает своего соперника. Некоторые люди пытаются связать данную победу с исламом. Например, взять хотя бы бои Хабиба Нурмагомедова. Если он выходит на ринг против бойца другой религии и побеждает своего соперника, люди считают это победой ислама.
Если Хабиб участвует в подобных боях и при этом получает благодарность от Путина, то это не является победой ислама, а наоборот. Ислам порицает подобные действия. Аллах говорит в Коране: «Вы почтили сынов Адама». Чунки Аллах Субханаху ва Таала Куръони Каримда Исро сурасида айтади: "Валақоди карромна бани адама" деб. Биз инсонни боласини улуқ қилдик деган. Абби, салом алайкум. Власти Узбекистана планируют ввести уголовную ответственность за проведение никаха без соответствующего документа. Об этом сообщает UPL. В настоящее время разрабатывается документ, предусматривающий уголовное наказание для имамов, которые проводят никах без документа ЗАГСа. Данное изменение должно сократить количество незарегистрированных браков, заявила заместитель хакима Самаркандской области Гавхар Алимова. Имам хатиблар, сизлар ЗАГС худжатни кўрмасдан туриб, турли бойвачаларга шарий никоҳ ўқиб берёётганингизда мана шу. Отметим, что на сегодняшний день практически все имам-хатыбы мечетей уведомлены со стороны властей и категорически отказываются читать никах без регистрации в соответствующих органах. Топламади ўқий деган. Шу ноилажликдан шу ўғлим ўзим шарий никоҳлаб қўйдим. В связи с этим у тех молодоженов, кто создал семью с никахом, но без оформления документов в ЗАГСе, возникают проблемы с законом. Так недавно суд Ферганы приговорил к административному аресту на 7 суток отца жениха, который читал никах своему сыну без оформления документов в ЗАГСе. Той